Вот если вы заходите в админ панель, вот такую, да, я говорила про SEO. SEO это значит, вы заходите, вы слова, вот здесь идут слова. Если вы, например, какую-то новую статью пишете, например, вот новая статья у вас, аренда пони, да, вы берете и вот здесь пишете, именно в ключевых словах, аренда пони, все, вот это все, так, здесь обновить настройки, вот такое задание. Аренда пони. Видите, оно появилось, новое слово. Вы просто новое слово добавляете в каждый сайт. И плагины, если вот здесь не обновленные они, доступны обновления. Но это редко, когда если вы часто заходите на сайт, то это раз там в 4 дня обновить. Все, применить. Вот и все задание по поводу SEO настроек.